Короче, голосуйте, выложить видео с быдлоном. Там не одно видео, много видео, где я прям его снимал. Он там постоянно унижал меня, но я когда был с ним, я не понимал, унижает он меня. Я восхищался им, как Тайлер Дёрденом, как Арнольдом Шварценеггером. А он на самом деле просто быдлан был. Там мне еще эти сказали, быдланы, съебись нахуй отсюда. И все. А знаешь, что вначале я им сказал, в ответ на что они сказали, съебись нахуй отсюда? Я сказал, здравствуйте, вы крутые ребята. Вот и все. Вот и все, что нужно знать. Ладно, неважно, мне главное устроиться в Москве, пройти стажировку. Сейчас я на стадии стажировок. Вкусвилл, багетная мастерская, зоомагазин. Я не знаю. Да, действительно, комментатор прав. Ты, вот конкретно ты, комментатор, прав. Выложи, ты написал, выложи это видео, чтобы люди увидели, как сначала, типа, как друг ведут себя, а потом хитро начинают унижать тебя и уже на агрессию переходят. Уже конкретную агрессию, угрозы переходят и унижение бесконечное. Ты прав, абсолютно так и произошло. Сначала он как друг показался. Сначала он как друг, как такой хороший человек. А потом раз, и уже совсем другой. Абсолютно безликие. Просто как животные, как животное какое-то, с проститутками за 50к прожигает жизнь. То есть представь, он зарабатывает 50к, то есть он зарабатывает больше 50к, 150к, и тратит их на 50к из них на проституток. То есть это просто животное. А я восхищался им как человеком. А он не может это воспринимать. Он животное. Съебись-ка отсюда быстро. Вот что мне ответили на слова. Здравствуйте, вы очень крутые ребята. Вы очень классные ребята. Это все, что нужно знать об этих быдланах. Это просто доминирующее животное. Надеюсь, я найду девушку, для которой не главное, чтобы ты был быдланом, доминирующим животным. Хотя вообще-то это не важно сейчас. Сейчас важно просто найти, пройти стажировку и работать там, чтобы штрафы не брали с меня. Нормально работать. Кто-то советует мне в багетной мастерской, но это сложно. Кто-то советует в зоомагазин.
Да, я чувствую себя несчастным после общения с этими быдлонами. Я относился к ним как к людям. Они ко мне как к телу презрительно. Что еще можно было ожидать? Быдлоны везде, быдлоны, даже в Москве. Я им про Ницше затирал. А им похер на это все. На самом деле это очень грустно. Ну ладно, как-нибудь переживу. Прическа им не понравилась, там очки мои не понравились. Сам не понравился. Очки, особенно прическа и очки мои не понравились. Ну действительно, если бы я мог перейти на линзы, было бы гораздо лучше. Извините за такое видео.